Пришло время помечтать об отдыхе на теплом Черном море вместе с лагерем в точку. Смотрим ролик. В эфире Александра Медведева, старшая вожатая детского лагеря «В точку». Александра, приветствую вас в эфире. Добрый день. Расскажите, пожалуйста, подробнее о ваших планах на лето. И сразу хотела бы задать вопрос, который очень часто адресуют родители ежегодно к нам. Буквально звучит так. Я боюсь отправлять своего ребенка в детский лагерь. Как мне побороть этот страх? Что можете посоветовать тем родителям, которые не имеют опыта отправки детей в детские лагеря? Слушаем вас. Не переживайте, отправляйте своих детей в лагерь. Они станут более самостоятельными, найдут новых друзей и научатся чему-то новому. У нас в лагере есть все, что останется в памяти ребенка на всю жизнь, даря незабываемые эмоции. Аквапарк, где проходят пенные вечеринки, собственный пляж на первой береговой линии, бассейны с морской водой, вкуснейшее пятиразовое питание по системе «Шведский стол», насыщенное полезными элементами и витаминами. Проживание в комфортабельных номерах по 3-4 человека со всеми удобствами, где каждый ребенок чувствует себя как дома. Лагерь расположен в экологически чистом месте, где можно не только насладиться прекрасными видами, но и подышать свежим морским воздухом, тем самым укрепить иммунитет на целый год. Скоро Сочи гостеприимно распахнет двери для туристов, изголодавшихся по солнцу, морю и хорошему настроению. У нас в лагере отдыхать безопасно, так как предусмотрена круглосуточная система охраны и видеонаблюдения. Оборудован медпункт, где ежедневно дежурит квалифицированный медицинский персонал. 24 часа в сутки. Жаркая погода, соленый морской бриз, запах сосен – это то, что так любим мы, но то, что так не любят вирусы. Мы хотим выразить огромную благодарность команде Инкемпа за организацию такого прекрасного фестиваля. Спасибо, что поддерживаете нас, помогаете, заряжаете позитивом. Я благодарю всех за внимание. Не переживайте, все будет хорошо. Отправляйте своих деток в лагерь. Лето состоится, мы с вами вместе. Александра, спасибо большое за ваше выступление. Действительно, даже я замечталась о теплом море, солнце, которого сейчас действительно всем не хватает, и детям, и взрослым. Прощаюсь с вами, до встречи, хорошего сезона. Спасибо большое, мы ждем вас.